Пересекая железнодорожные пути, автовладельцы должны быть предельно внимательны. Об этом инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками РЖД решили в очередной раз напомнить водителям. Подавляющее число ДТП происходит по вине автомобилистов. В прошлом году в Ивановской области произошло 3 инцидента, в которых оказались виноваты владельцы авто. По счастливой случайности никто не погиб. Поезд – это не машина, и остановить его сию секунду невозможно. Для того, чтобы остановить поезд, необходимо несколько сотен метров, это минимум. Поэтому соблюдение правил дорожного движения – это основа основ при пересечении железнодорожного переезда. Правила при пересечении железнодорожных путей просты. Если загорелся красный сигнал светофора и стали опускаться шлагбаумы, нужно остановить машину. Если шлагбаумов нет, то при пересечении путей водителю следует внимательно посмотреть по сторонам и убедиться, что не приближается поезд. Нарушение этих правил строго карается. Статьей 12.10 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 1000 рублей, либо лишение права управления транспортным средством от 3 до 6 месяцев. При повторном нарушении статьи 12.10 часть 1 предусмотрено лишение права управления транспортным средством до 1 года. Штраф не самая страшная расплата за нарушение правил дорожного движения. Хуже, если нежелание водителей подождать, пока пройдет поезд, обернется гибелью людей. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.